Первое в России беспилотное аэротакси может появиться в Приморье. Об этом председатель совета директоров группы компании «Весолинк» Олег Бадера доложил губернатору Олегу Кожемяко на рабочей встрече. Проект «Цифровое Приморье» переходит в фазу активного внедрения. Он направлен на повышение эффективности и достижение целевых показателей сразу в нескольких ключевых сферах жизнедеятельности человека. Одна из них – это сфера транспорта. Например, внедрение современных сервисов для управления дорожной ситуацией. Это сервис умных светофоров, умных пешеходов, мониторинга транспортных потоков и другие. Кроме того, предложено сделать беспилотное аэротакси на базе региона. Оно будет летать из центра Владивостока в аэропорт. Губернатор Олег Кожемяко предложение поддержал и поручил проработать возможности для реализации инициативы. Мы заключили договор, готовы поставлять такие. Потом провел с Кронштадтом переговоры на предмет, чтобы они выпускали эти аэротакси на своих заводах. Ну, то есть сегодня у вас летательные аппараты, которые просто мониторят и могут доставлять грузы, а завтра мы на базе этой системы можем сделать такси. Это будет первое вообще в стране. Но здесь нужно и с законодательством работать, и вот, там решать кучу проблем. Если вы будете поддерживать это направление, мы с удовольствием в это проинвестируем еще дополнительные деньги. Ну и сервис такой, он может быть номер один в стране.